Тент – это натянутое на основание непромокаемое полотно для защиты от атмосферных явлений человека и объектов. Простые в монтаже и недорогие, отличающиеся по размеру и плотности, тенты имеют большой спрос у различных потребителей. Бизнес по их производству может быть многопрофильным и выпускать большой ассортимент тентов различного назначения. Простейшая разновидность тента – полотно с кольцами, за которые осуществляется крепление. Такой тент можно сделать в домашних условиях. Сложные конструкции потребуют каркаса и крыши. Это шатры, павильоны, навесы и палатки, применяемые для проведения мероприятий, временного складирования и других целей. Для создания сложных тентов потребуется цех с оборудованием для обработки полотна и сварки металлоконструкции. Сначала нужно выбрать направление деятельности. Для производства тентов используется ПВХ-ткань, а также трехслойная из капроновых и нейлоновых волокон с ПВХ-покрытием. Тарпаулин – новый материал из полиэтиленовых лент с ламинированием полиэтилена. Стоит он недорого, бывает синего и зеленого цвета с оттенками. Также традиционно используется брезент из хлопка или льна с джутовой пряжей. Основной его недостаток – вес, увеличивающийся при намокании. Универсальным материалом выступает ПВХ-ткань. Из основного оборудования потребуется точечная сварка с одним оператором. Кроме этого, потребуется раскройный нож для полотна, раскройная машина, разметочное устройство. Для мини-производства потребуется швейная машинка и сварочный полуавтомат за $1300. На покупку сварочного станка с раскройным оборудованием потребуется $17600. Он позволит значительно расширить ассортимент. Устанавливаемая наценка на готовые тенты 40-60%. Чистая прибыль в месяц составит $5000. Окупится бизнес за полгода. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.